А зараз давайте перейдемо до наступного нашого спікера. Вже з нами на зв'язку, кажуть, є Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі. Пане Павло, вітаю, слава Україні, живе Білорусь. Героям слава, живі вічно. Пане Павло, скажіть, будь ласка, наступне. От зараз вагнерівці в Білорусі, їхня чисельність збільшується, зменшується. Який в них статус? Тому що з'явилася інформація, начебто їм врізають фінансування і в них виникають проблеми. А Христо Грозів з Bellingcat взагалі каже, що наступні півроку або ж вагнерівці підуть знову на Москву, або ж їхній керівник Пригожин Євгеній буде ліквідований. Ну, состояние пациента стабильно тяжелое. Стабильно – это значит, количество их в настоящий момент не прирастает и не уменьшается. Оно где-то перманентно оценивается различными источниками, как западными, так и украинскими, так и нашими. От 4 до 7 тысяч человек. Я думаю, где-то надо говорить в приближении 6-7 тысяч человек. Их недавно видели в Борисове, но это единичные примеры. Как раз таки это в направлении от Осипович, главного места их расположения в сторону Минска. То есть они где-то появляются в каких-то местах Беларуси в форме со своими наградами, назовем так, знаками отличия. Видят их и в магазинах, в том числе вооруженными. Что касательно, почему стабильно тяжелое? Да потому что, с одной стороны, Путин, который не хочет финансировать Вагнер после известной истории с мятежом Пригожина, а есть Лукашенко, который не может финансировать, потому что у него нет денег. И получается, Путин не хочет, а Лукашенко не может. Ну вот собрались два таких собратья, и они не знают, как разрешить эту проблему. Лукашенко подставился, когда пригласил Вагнер в Беларусь. Он думал и рассчитывал, что на волне эйфории спасения Москвы от пожара он сможет на этом заработать, получить для себя не только информационные дивиденды, которые он, конечно, получил, он хайпанул на этом очень серьезно в информационном поле России, но также может получить и дополнительное финансирование. Ну, а Путин, похоже, подвел своего товарища, и финансирование пока не дает. И вот тут возникает такая ситуация достаточно напряженная. Поэтому и была информация, что Лукашенко опять начинает стучаться в Москву, хочет встретиться с Путиным там в Санкт-Петербурге или где-то на территории России, не знаю, в Сочах, для того, чтобы как раз-таки решить этот вопрос, связанный с финансированием Вагнера. Пане Павло, якщо говорити про те, що відбувається на кордоні з Білоруссю, от є повідомлення, що білоруси стягують радіоелектронну боротьбу до кордону з Україною, чи наслід чогось очікувати серйозного? І загалом ситуація на кордоні з Україною, Польщею, Литвою і з кордонами НАТО. Як ви вважаєте, загострення будуть набирати обертів, чи, власне, це звичайне банальне залякування? Ну, вообще, тот, кто ведет войну, он должен считаться с рисками, что могут прилететь и ответные действия. В данном случае, к сожалению, я должен констатировать, но Лукашенко, режим Лукашенко сделал все для того, чтобы считать Беларусь агрессором в этой войне. Ну, так говорит сухо международное право. Второе, мы понимаем, что Лукашенко сегодня развивает военно-промышленный комплекс Беларуси, и он активно производит оружие в интересах Российской Федерации. Для чего? Для войны. Вагнер находится на территории Беларуси. Это также, так скажем, создает напряжение и это соучастие в этой ужасной войне, которую проявляет Лукашенко. Мы понимаем, что у него есть и личные страхи. Когда-то, какой-то период времени тому назад, я не помню, полгода, была даже информация, что дрон полетал в районе Минска, даже в Слуцком районе он приземлился. Эта информация не вышла в паблик, но по нашим сведениям из достаточно достоверных источников, тогда Лукашенко вызвал к себе председателя КГБ, там, начальника генштаба, устроил огромный разнос, потому что он боялся повторения истории с мишками. Когда-то шведский самолет залетел на бреющем полете низко, когда не взяли радары с территории там, Литвы, он, кажется, заходил со Швеции, он вообще летел, и мишки сбросил на резиденцию Лукашенко в Дрозда. И тогда он, конечно же, ну, испугался, если так мягко сказать. Так он боится
боится, что дроны могут прилететь и к нему. Опять же, это РЭП, это контрразведка, да, то есть, понятно, съем информации. Война, и в данном случае Лукашенко участник в этой войне, поэтому он выполняет те задачи, которые необходимы ему, и задачи в интересах Российской Федерации. Потому что следующее обстоятельство – это Зябровка, военный аэродром, который находится там. Это в Лунинце, вот в последнее время как-то ушла информация, ведь там же тоже были большие инвестиции, строительство военного аэродрома для авиации Российской Федерации. Поэтому все это он делает для, как бы, реализуя те задачи, которые выдвигает сама война, и те риски, которые он сам создает для территории Беларуси, для белорусского народа. Ведь только он виновен в этих рисках дополнительных. Что касательно западных границ и Вагнера, ну, понятно, что цель – это дестабилизация ситуации на границе. Мы видим, что это перманентно. Я сегодня не смотрел в Твиттер пограничной службы Польши, но вот буквально позавчера там было 56 попыток, день до этого было 149 попыток нелегального перемещения через границу Польши, только Польши. Аналогично очень активизировались они на латвийском направлении, Латвия была вынуждена даже усилить охрану и объявила определенную мобилизацию для защиты границы Латвии. Они пока не трогают Литву масштабно, считая, что для них, наверное, как вот наши источники говорят, Балтика, еще порты в Балтике остаются интересом экономическим, но на польском направлении, на латвийском дестабилизация идет. И она перманентно идет с 2021 года. Я пока не вижу причин, почему Лукашенко должен остановиться. Ну, разве что министр обороны Китая, который вот только что приземлился в Минске, может, привез какое-то послание. Хватит, Саша, иначе закроют границу. А, до речі, пане Павло, як ви вважаєте, приліт Міноборони Китаю – це швидше для співпраці розвитку? Чи от, як ви кажете, що він може сказати, що зменшуєте оберти цієї ескалації? Я думаю, что министр обороны Китая, глядя на то, чем он занимался до этого, он же отвечал за военно-промышленную сферу, за военно-техническое сотрудничество в Китае, Ли Шонфу, да, этот генерал, и стал министром обороны, и та тематика, которая будет прежде всего его интересовать, это вопросы сотрудничества в военно-промышленной сфере. Может быть, даже это в большей степени интересует и сам режим Лукашенко, который зарабатывает на войне и поставляет оружие в Россию. Так вот, конкретная тема, насколько мы обладаем информацией, это производство ракетных комплексов «Полонез», которые стоят на вооружении в Беларуси и стоят на вооружении в Азербайджане. Россия, как вчера прошла информация, отказывается покупать РСЗО «Полонез». Причины отказа не указываются, но по нашим сведениям проблема заключается в том, что шасси под этот «Полонез» делает Беларусь, завод МЗКТ известный, который находится под санкциями. А вот начинку всю электронную, в том числе и ракету, делает Китай. И Китай не поделился там наладочными схемами или технологиями наладки новой модификации именно технологической для полонезов. И поэтому пока не могут наладить его производство. И поэтому Россия не хочет покупать что-то старое, что-то неэффективное. Она требует Лукашенко, давай качественный товар. А тут уже зависит от Китая. И вот китайского министра, по нашим сведениям, повезут на учебно-боевые стрельбы. Ну, посмотрим, поедет он в итоге или не поедет. Там программа, конечно, может меняться в последний момент. Но тот же, например, 231-я ракетная бригада, которая дислоцируется в Витебской области, она пошла маршем на полевые учения, на полигон. И у них находится как раз-таки полк, на вооружении которого стоят РСЗО «Полонез». Поэтому можно предположить, что как раз это происходит одновременно, что вот и хотят, может быть, показать китайскому гостю всю эту проблематику, в том числе и в действии, что из собой представляет «Полонез». Он вряд ли, наверное, видел когда-либо. Ну, не летал же он в Азербайджан смотреть. И поговорить на предмет развития этого сотрудничества. Так что ВПК будет главная тема. Ну, а вторая тема, я думаю, при том, что он министр обороны, но он же там, понятно, в руководстве Китая высоко стоит, он привезет какое-то послание Лукашенко по дестабилизации ситуации на границе. Потому что все три страны также дали сигнал в Пекин, это Польша, Литва и Латвия, что будет, если Лукашенко не остановится. Я думаю, какой-то ответ приехал из Китая для Лукашенко. Пане Павло, скажіть, будь ласка, як можна розцінювати от ліквідацію одну з найстаріших опозиційних партій в Білорусі, Білоруський народний фронт? Це можна зараз якось офіційно ставити хрест на опозиції, чи хрест був поставлений і до цього?
Тут очень интересно раскрывается ситуация. Да, Белорусский народный фронт – это легендарная партия, одна из первых, наиболее мощных и сильных была в свое время. Та партия, которая во многом обеспечила и то, что Беларусь стала независимой страной. Но вчера, кстати, прошла информация о том, что Верховный суд ликвидировал Объединенную гражданскую партию, в которую входили, например, убитые Лукашенком Юрий Захаренко, министр внутренних дел, Виктор Гончар, бывший вице-премьер, так званый эскадронной смерти. Туда Карпенко входил. Бывший заместитель председателя Верховного Совета, который также умер, непонятно почему, и обстоятельства до сих пор не выяснены. Он ликвидирует все партии, остались там буквально несколько, но задача стоит ликвидировать все и оставить на политическом поле в Беларуси, если вообще политическое поле в Беларуси существует, его ж нет, это тоталитарная страна. Четыре партии. Партия – это Белая Русь, которая из движения преобразовалась как партия власти. Вторая партия там условно, по нумерация условная, коммунистическая, либерально-демократическая, известного Гайдукевича, глашатаева Лукашенко, и Республиканская партия труда и справедливости. И давайте теперь посмотрим на политическую карту России. Какие там партии есть? Там есть Единая Россия, то бишь Белая Русь в Беларуси. Там есть либерально-демократическая, и в Беларуси есть. Там есть коммунистическая, и в Беларуси есть. И Республиканская партия труда и справедливости, конечно, это Справедливая Россия. То есть, по нашим сведениям, и наш анализ, который мы ведем по союзному государству, так называемому, в ближайшее время публикуем соответственно доклад, как раз таки цель стоит именно сделать копию абсолютную партии в Беларуси, а в последующем идти на формирование уже такое более формальное и более системное союзного парламента, союзного государства. Ну и объединять эти партии. То есть это стратегия, которая прописана в планах Кремля до 2030 года. Возможно, она, конечно, будет и ускоряться. До речі, от власне, як ви вважаєте, пане Павле, буде якесь більше поглинання Білорусі, повністю підминання під Росію, чи далі будуть оці от союзні государства? Ну, союзное государство является инструментом, который имеет главную цель – это ликвидация белорусской государственности и независимости. В какой юридическо-правовой форме это произойдет – это уже следующий вопрос. Союзное государство, как сказал Токаев, какое-то странное образование, которое государство одно и две страны. Да? То есть, вот, понимаете, такая вот игра слов, но во многом это заложено. То бишь, когда-то Лукашенко сам хотел это союзное государство, а сегодня это становится и проблемой, потому что фактически он отдает власть в рамках этого союзного государства. В перспективе это может прийти к полной инкорпорации Беларуси в состав Российской Федерации. Назовут это союзным государством, возможно, или будет это просто часть Российской Федерации, это уже покажет время. Но планы Кремля перед войной были очень четкие, и нам как бы удалось это проанализировать и сделать выводы, что они считали, оккупация Украины предполагает в последующем включение в союзное государство Украины вместе с Белоруссией, а следующей жертвой в их понимании должен был стать Казахстан. Так что четыре страны, такое воссоздание нео-СССР на базе Российской Федерации. Поэтому Российская Федерация использует союзное государство сегодня как инструмент поглощения Беларуси. Через 28 программ. Сейчас вот будет проводить национальные библиотеки. Ну, я как бывший министр культуры, мне подчинялся национальной библиотекой. Новый директор Гигин. Это абсолютно русскомирский человек. И он будет проводить вместе с российскими историками специальную конференцию о написании новой истории для Беларуси. То есть полностью она будет изменена. Она будет абсолютно пророссийская, русскомирская. Пане Павло, скажите, пожалуйста, чи знаете вы, чи загалом вы верите про то, что какие-то, возможно, повстанські опозиційні рухи можуть зароджуватися в Білорусі? Чи все наглухо перекрито і немає жодних зараз шансів або бажання навіть самих білорусів щось робити з цією владою, як у 2020 році? Очень хороший вопрос, очень важный. Как белорус, конечно, считаю, что у нас нет другого выбора, как самим бороться за свою независимость. Как дипломат скажу, что мы не удовлетворены поддержкой внешней, потому что она носит скорее рукопожатие, но без какой-либо помощи. Нам смотрят в глаза и говорят, да, мы переживаем вместе с вами, да, мы с вами, и на этом все заканчивается. Нет стратегии поддержки Беларуси, есть стратегия только у одной страны, у Российской Федерации. У Запада нет стратегии, как меня
менять ситуацию внутри Беларуси. Если мы говорим про движение внутри, да, есть ячейки, их ликвидирует режим, пытается это делать методично. Каждый день задержания. Каждый день. Это, может быть, не рассказывают в СМИ, но ежедневно, белорусские СМИ-то об этом пишут, независимые, происходит задержание в Беларуси, новый приговор. Даже те, кто возвращается, например, из Польши, их сразу же задерживают и везут в КГБ, арестовывают и потом даже и приговаривают. Так вот, все, конечно, зависит от геополитической ситуации. Конечно, огромные надежды, это прежде всего моральный наш выбор, что мы с украинцами, моральный, человеческий. Но если говорить о политике, то стратегически для нас важна победа Украины, освобождение территории, которая создает возможности для нас, изменения внутри страны. Конечно, говорить о том, что там надо идти и сейчас с оружием освобождать, сегодня не приходится, но есть первый этап. Это договоренности о региональной безопасности. Если этот этап состоится, то тоже надо иметь силу. А силу нужно показать, продемонстрировать, как внутри, так и за рубежом. Если нет силы у белорусского народа, если белорусский народ не попытается восстановить свою субъектность, ну тогда и никто не будет учитывать в этих гарантиях безопасности, в том числе и Беларусь. Беларусь может оказаться разменной картой и пойдет в интересы Российской Федерации. Вот с этим мы, конечно, никогда не согласимся. Пане Павло, дякую вам. Дякую, що знайшли час проговорити, що відбувається в Білорусі і з цією країною, яка є поруч із нами і з вами. З нами був Павло Латушко, заступник керівника об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.